В наше время развелось очень много троллей. Этому поспособствовал интернет, потому что раньше можно было схватить по хлебальнику за какие-нибудь оскорбления. Сейчас в интернете это менее возможно, вот, но у меня была очень хорошая школа жизни, потому что в детстве, в школе у нас был такой дебильный класс, как, наверное, у многих. Вот. Надо было быть максимально собранным, просто следить за собой, вот, вообще нормально одеваться там, не чмошно, не пидорски, не как-то еще непонятно, вот. И могли докопаться просто до любой мелочи абсолютно. Самый дебильный момент, что я помню, это вот сделай лицо попроще. Блять, это не конструктор. Как я вот тебе что-то вот сделал? Мне тоже твоя рожа не симпатична, но я тебе об этом не говорю. Вот. И нужно было всегда следить за одеждой. В нашем детстве было строго разделение мужская одежда и женская одежда. Вот. Сейчас кругом вещи унисекс, поэтому с этим как-то проще, особо не докопаешься. Вот. Но я помню прекрасно, у меня в детстве была короткая зимняя куртка по пояс. Я немножко опередил эту моду, потому что тогда в моде были еще всякие пуховики, которые прикрывали абсолютно все, что ниже талии. Вот. И это было по-пацански, это было нормально. И до меня докапывались из-за этой куртки. Сейчас смотришь, вот практически все крутые пацаны ходят в таких вот зимних приталенных, коротеньких по пояс куртках, и это просто смешно. Ну ладно, это их выбор. Вот. И, в принципе, вообще самая интересная штука в жизни. Замечали, что у крутых пацанов в школе всегда было меньше прыщей или их вообще не было. Почему-то это такой естественный отбор природы или что, когда у тебя появлялись прыщи, это все, это был уже Макс... Это была ситуация, когда тебя могли максимально простебать. Дети жестокие, правда. Вот. И ни у одного такого вот задира никогда не было ни прыщей, ни каких-то там других дефектов или проблем пубертатного периода. Я не знаю почему. Видимо, природа. Ну, а я легких путей никогда не искал. Я в детстве любил длинные волосы носить. Не очень любил стричься. Поэтому я, видимо, сам нарывался. Просто, честное слово, другого объяснения нет.